Приветствую вас. Я не буду читать вопрос, он достаточно объемный и, в принципе, про одно и то же. Вот, я лишь скажу суть вопроса. Суть в том, что у автора очень активный ребенок, который, по ее словам, не дает ей покоя. То есть, буквально, да, все время, по сути, получается, просят с ней поиграть. То есть вот все время требуют, значит, требуют у нее игр. Вот. Автор вопроса описывает своего ребенка и то, что он делает, по сути, тремя режимами. Это режим «мама, давай поиграем» и режим просмотра мультиков. Когда ребенок начинает ходить в сад, если ребенок ходит в сад, то получается так, что он простывает, вот, от него заражается, соответственно, автор вопроса, и в итоге это, в общем и целом, достаточно, ну, плохо. Сказывается на уже теперь, как мы понимаем, матери ребенка. Вот. Собственно, такой вопрос. Первое, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Вы сами, как вот вы написали, что не получается давать задание ребенку. Он как-то сразу понимает, да, что это труд, вот как вы, ну, как вы сами сказали. Он сразу понимает, что это труд, вот, и, в общем, этим заниматься не хочет. Если же давать ему какие-то задания еще, вот, если давать еще ему какие-то задания, то он их очень быстро, по вашим словам, опять же, выполняет и бежит к вам. И совсем не может играть один. То есть совсем у него не получается одному играть. Вот. Значит, связано это, конечно, с тем, как вы организовываете свои личные границы. То есть ребенок к вам пристает только потому, что вы ему сами позволяете это делать. То есть вы сами дали ему вот понять, да, что так можно. Вот. Вы сами дали ему понять, что если вас очень сильно попросить, да, если вас очень сильно, вот, ну, если вас потребовать, вот, то
как бы вы сделаете так, как хочет ваш ребенок. Вот. И на мой взгляд, это и является одной из проблем, что вы не отграничили. Вот. Вы не отграничили себя от ребенка, ну, от ребенка. Вот. То есть вы сами пишете даже, что значит. Ну вот, что мы лечимся, вы пишете. То есть, как бы, вот, не он лечится, а вы лечитесь, и вы ходите, и так далее. То есть, налицо довольно сильная, такая мощная, я бы сказал, привязка к ребенку. Вот. То есть, есть такое чувство, да, есть такое ощущение, как будто бы, что вы вот вообще как бы своей жизнью не живете. Вот. И простуды вашего ребенка, они являются отражением этого. Отражением того, что вы слишком привязаны к нему. Вот. Что это не он остается, а это не он не может остаться наедине с собой. А это вы как бы поддаетесь на его какие-то уговоры, грубо говоря, с вами поиграть. Вот. То есть с ним поиграть. Если бы ребенок знал, что вот, ну, проси, не проси, да. Вы не будете с ним играть. Если бы ребенок это знал, вот, то, соответственно, он бы научился как бы сам себя заниматься. Отдельным пунктом, конечно, хочется упомянуть, что не мешало бы ребенка сводить к неврологу. Вот. То есть, чтобы невролог ребенка смотрел на предмет, например, состояние его здоровья. Вот. Если все в порядке, то это исключительно психологическая история, это исключительно психологическая составляющая, вот, и связана она с тем, что вы не выстроили с ребенком личные границы. Вот. А можно ли и реально ли это сделать? Да, конечно. Вот. Но вам необходимо учиться опираться на себя, и вам необходимо отстаивать свою позицию. Вот. Отстаивать ее. Вот, а не ждать, что ребенок как-то вот сам, да, сам начнет, там, грубо говоря,
что-то понимать. Вот. Не начнет, потому что ему это, извините, невыгодно абсолютно. Вот. А у меня вот такое как раз возникает чувство, что вы этого от него ждете. И если это так, то это весьма-весьма бесплодно. Потому что, ну, какой смысл ребенку, да? Вот, я не совсем понял, что при его активности у него нет друзей, почему он не может гулять один. То есть, как бы, ну, вы говорите, что он, это невозможно, когда он болеет, но если я, там, грубо говоря, правильно вас понял, то сейчас он вроде как не болеет, то есть, вот этот момент не совсем ясен, но вот я надеюсь, что вы его ну, постараетесь как-то прояснить, потому что сейчас вот я бы сказал, что это не совсем понятно, не совсем очевидно. То, что вот, грубо говоря, вы описываете. Вот. А теперь. А по поводу, значит, если мы говорим по поводу заданий. По поводу заданий. А вы пишете о том, что он как-то сразу понимает, что это труд, да, вот, и как-то, соответственно, этим ну, не хочет заниматься. Мне кажется, что это такое, ну, в какой-то степени зеркальное отражение того, как вы сами относитесь к той деятельности, которой занимаетесь. Вот, ну, на мой взгляд, по крайней мере. То есть, вы сами, судя по тому, что вы пишете, не можете воспринимать деятельность как, ну, что-то такое вот, ну, позитивно, интересно. То есть вы сами как будто бы воспринимаете это как труд. Ну, даже, я бы сказал, не как труд, как таковой, а скорее, может быть, как работу. Вот. Естественно, что ребенок, да, он не будет хотеть относиться к этому вот как к работе. Вот, ну, то есть в том смысле, да, как бы зачем ему это? Для чего ему это? То есть вы здесь не транслируете, это очень важный момент, вы здесь не транслируете ребенку того факта, что можно получать удовольствие от, ну, Uh,
подзанятый. То есть, ну, там, грубо говоря, да, не только от мультиков и игр. Вот. То есть вы сами, вот если так, ну, подумать, вы сами чем увлечены? Ну, вообще. Да, вот вы сами. Чем могли бы быть увлечены? Что вас само увлекает? Ведь понимаете, какая штука? А ребенок, он учится. А у родителей. Ребенок учится у родителей. И в общем и целом дело здесь не в том, что, ну, что вы ему говорите, а дело здесь в том больше, как вы относитесь к тому, что вы делаете. Вот. Понимаете? И если вы относитесь сами как-то негативно к тому, что делаете, если вы сами чувствуете тягость того, что вы делаете, вот, то ничего в данном случае нет необычного в том, что ребенок вот так относится к ну, каким-то делам. Если сходить, например, из такой позиции, из такого, скажем так, подхода, что дети – это отражение родителей, то ребенок – это ваше обратное отражение. В смысле того, что насколько вот, к примеру, вы себя заставляете делать то, что нужно, настолько и ребенок как раз-таки, ну, условно говоря, да, делать то, что нужно, сам не хочет. Условно говоря, условно повторюсь. Вот. То есть ваше, так скажем, ну, неудовольствие жизнью своей, да, вот, ваше неудовольствие вашей жизни нашло отражение в ребенке, получается, вот. И я, конечно, отдаю себе отчет в том, что вам вполне может быть неприятно сейчас ну, слышать то, что я говорю, да, вот, но тем не менее. И на мой взгляд, вы совершаете, ну вот, в известной степени ошибку, которая заключается в том, что вы хотите
вы хотите что-то делать с ребенком, а с ребенком-то делать в общем и целом ничего не надо. У ребенка, ну, в этом смысле, все хорошо. Вот. Вам нужно менять свою модель поведения, вот. А не ребенка менять, вот. Как это вы стараетесь, ну, сделать сейчас, вот. Мне кажется, что если вы будете двигаться в этом вот направлении, да, то есть если вы будете менять себя, если вы будете менять свой подход к жизни, вот. Если вы будете менять свое отношение, вот, к жизни, то ситуация может измениться. И ребенок может стать спокойнее. Вот. Кроме того, есть еще один, как мне кажется, достаточно важный момент, на который хотелось бы обратить вам вот, ну, ваше внимание. Дело в том, что подобная активность, равно как и, ну, вот такая невозможность находиться с собой, на мой взгляд, может быть связана еще и с тревожностью. То есть это вот, ну, такое, знаете, постоянно или почти постоянно внутреннее напряжение, вот, которое достаточно, ну, достаточно тяжело переносится, вот, и у ребенка может быть это самое тревожность. У ребенка может быть это самое тревожность. Откуда? Ну, естественно, от вас. То есть вам здесь, на мой взгляд, необходимо поисследовать, то не испытываете ли вы сами тревогу. За что-то от чего-то и так далее. Просто по жизни, не связано с ребенком. Потому что это, конечно, вот довольно сильно, ну, похоже. Довольно сильно это похоже на тревогу, вот, ну, вашу тревогу,
И ребенок, конечно, это может считывать, ребенок это может чувствовать также. Вот. И справляться с ней уже ну, по-своему. Вот. То есть так, как он умеет с этим справляться. Вот. А не так, как не справляетесь вы. Вот. Поэтому такая вот история. Лично я думаю, моя такая гипотеза, вот, она может быть ошибочной, конечно. Вот, но моя гипотеза заключается в том, что вы боитесь что с вашим ребенком что-то случится. То есть, вот, вы боитесь, что с ним что-то произойдет. И глобально именно этот аспект вам, как мне кажется, больше всего мешает. Описанные вами проблемы, описанные вами проявления, где свидетельствует об этом. Конечно, вы этого не осознаете. Вот. То есть, конечно, вы не отдаете себе отчет в том, что это происходит. Вы этого не замечаете. Возможно, вы к этому привыкли. Вот. Но работать нужно именно с этим. А следующий момент, достаточно важный момент, касается развода с отцом ребенка. То есть, вот, ну, тот факт, что вы с ним развелись, да, вот, на вас, скорее всего, тоже вот, ну, как-то повлиял. И повлиял, ну, вполне может быть довольно сильно. Вот. Поэтому последствия развода тоже необходимо посмотреть, да, вот, проанализировать, вот, и скорректировать. Вот. Потому что это может оказывать существенное влияние. Ну и вам с интересом именно к вашей жизни, на мой взгляд, необходимо поработать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Я думаю, что вот вы говорите, полтора года в разводе, но у мужчины у вас нет времени. Вот нет времени, это как раз про желание все успеть, про желание все контролировать. Ну вот, и отсюда, соответственно, у ребенка такая модель поведения. Вот. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего
Самого доброго и удачи. Обращайтесь.